Калужская область, 134, скорее 135 километров к югу от Москвы по Симферопольскому шоссе. Это часа два езды, быстрой езды. Здесь нет привычной для дачных мест железнодорожной станции, поэтому, наверное, можно доехать на автобусе от окраины Москвы, а проще до Серпухова на электричке, а дальше рейсовым автобусом. Городок стоит на берегу Оки, там, где впадает в нее маленькая речка Таруса. С тем, что город стоит на Оке, по преданию связано и его название. Есть такая легенда, что в Тарусу приходили татары, и они кричали, почему Тарус называется, они кричали Тарус, 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 да, вот там Русь. Есть вот эта вот телега, вранье такое, историческое вранье, знаете, да, что откуда взялось название Таруса, что ехал где какой-то князь, и плыл он по реке, и кричит, значит, как кого-то увидел на берегу, значит, что это, мол, за места? А они ему отвечают, Таруса. Легенда эта существует, наверное, с тех самых времен, когда впервые город Таруса появляется в летописи. А это 1246 год. Но прославили Тарусу дачники, знаменитости Серебряного века, живописцы и писатели. Они приезжали сюда на все лето и оседали здесь на долгие-долгие годы. Их семьи живут на старых дачах, в дедовских высоких домах. Здесь продолжают селиться знаменитости и известный писатель, и скандальный модельер, и мэтр русского авангарда, уже 10 лет с осени до весны живущий в Париже. И все, говоря Таруса, подразумевают не просто летний отдых на участке, а источник вдохновения. Таруса ведь являлась в то время как бы местом, ее называли русским Барбизоном. И она привлекала своими пейзажами. В этой географии заложена генетическая культурная память. Ну, даже Марина Цветаева, наверное, то, что она здесь была, это, простите меня, или ее семья. Это есть, вы знаете, есть как бы коллектив, а есть персона. И вот Марина Цветаева, она вобрала в себя весь коллектив. Вот она и есть Россия. Здесь Марина вообще-то жила. Конечно, здесь все осенено как бы памятью. Но они гении, и поэтому как бы все, вот, все здесь совершается вокруг ради них, я так думаю. У нас в Тарусе Цветаевых до сих пор считают первыми дачниками, потому что именно с них пошла мода на приезд в Тарусу в летнее время на отдых москвичей. Город Таруса, Калужской губернии, дача Песочная. Старый барский дом исчезнувшего имения, пошедший под дачу. Дача Песочная в 2 верстах от Тарусы. Совсем одна, в лесу, на высоком берегу Оки. С такими березами. Осень. Последние яркие мелкорозовые, безымянные с чудным запахом, узнаваемые потом везде и всегда, цветочки в колеях. Так писала Марина Цветаева в 1933 году в эмиграции в Париже. А ровно 40 лет до этого, в 1893 году грудную ее привезли сюда, в Тарусу, на дачу Песочную. Были случаи, когда они проезжали сразу непосредственно на дачу Песочную, то есть как там получалось. Но в основном у них был такой вояж. Они ехали по улице Калужской, это нынешняя улица Ленина. И на этой улице до сих пор стоит дом Добротворских, подлинный, мемориальный. Дом номер 29 сохранился, дом, в котором жили родственники Цветаевых по отцовской линии Добротворских. Вот
вот он, этот дом. Дом Тарусского земского врача Добротворского, за которым замужем была двоюродная сестра профессора Цветаева Елена Александровна. Наличники на окнах необычные для Таруса три полотенца, а кони, как в Владимирской губернии, откуда родом были Цветаевы. Каждую весну Иван Владимирович Цветаев, известный историк, создатель Московского музея изящных искусств, нынешнего Пушкинского, его жена и трое, а потом и четверо детей, Валерия, Андрюша, Муся и Ася, по пути к своей даче Песочной останавливались у дома с резными конями на наличниках. Передохнув у родственников, ехали к себе, мимо Воскресенской церкви, на пригорок. К приезду хозяев все было уже готово. Их уже прислуга ждала. Печка натоплена, пирогами пахнет, молоко уже стоит. Потом вот девчонки радовались, что они попали в дом. Вот Марина с Анастасией бегали по двору, искали какие-то забытые с прошлого лета предметы. Находили, радовались. Нам хорошо. Пока еще в постели все старшие и воздух летний свеж. Бежим к себе. Деревья нам, качели. Беги, танцуй, сражайся, палки режь. Здесь, конечно, в отличие от Москвы, Марине Ивановне предоставлялась полнейшая свобода в детстве. Разрешалось ей абсолютно здесь все. И купаться в оке, и ходить в лес, и иметь кого угодно в друзьях, и сколько угодно друзей. Любили вот все эти на берегу Оки располагаться, костер жгут, всякие страшные истории рассказывают, как дети бывают это в детстве. И все эти истории про Улай. Улай на противоположном берегу Оки. Улай так звали разбойника, который, по местной легенде, когда-то грабил суда, идущие с товаром по Оке. Жил Улай со своей бандой в пещерах у берега. Говорят, когда-то это был целый подземный лабиринт. Они там жили, в этих пещерах. Но пещеры далеко идут, очень. Там есть грот один большой. Вот, в него можно заходить, там человек 15-20 помещается, даже больше. Пролазишь туда. А дальше уже засыпано, замуровано, и все. Больше там ничего нет. Кроме страшных историй и песен у костра, было еще одно любимое развлечение – ярмарка. В революционной Тарусе оно проходило здесь, на Соборной площади, которая уже давно переименована в площадь Ленина. Чего только не было на той ярмарке. Сладости, пищалки, дудки, ткани, обувь, игрушки. Играли на гармониках и на балалайках, устраивали балаган. И вся эта летняя жизнь с ярмаркой, с огромными садами, с зарослями ягод по берегу Оки, все это привлекало в начале 20 века в Тарусу все новых и новых дачников. 19 века на предположенном берегу Оки, в 4 километрах от Тарусы, поселился Василий Дмитриевич Поленов, построил свой дом-усадьбу. И к нему на летний период и вообще в гости стали приезжать художники, писатели, артисты, как подмосковную Жуковку, на пленэр, что называется. Известный художник-передвижник Василий Дмитриевич Поленов устраивал карнавалы и праздники, где все гости клеили цветные бумажные фонари, а вечером любовались фейерверком. Следом за Поленовым к Тарусу стал приезжать его друг, скульптор-анималист, автор знаменитых иллюстраций к Маугли Василий Алексеевич Ватагин. Для нынешних дачников династия Ватагиных – это как бы старейшины, патриархи. Если можно их назвать тарусским дачником с этого момента, потому что они регулярно уже приезжали в Тарус, они с 902 года. И Ватагины дом себе построили в 13 году здесь вот в Тарусе. Дом у него очень интересный. Дом напоминал гриб такой вот под березами. Вот такая крыша, балкон выходящий. Ножки подпирали большие толстые бревна, этот балкон. А комнаты вверх был типа музея. Большие окна, проветриваемые, чистые очень, светлые. Там стояли в углу скульптуры, индианки, какие-то звери, какие-то индийские ткани висели. В Индию 28-летний Ватагин отплыл в 2012 году вместе с другими молодыми русскими художниками. В экзотической стране Ватагин тяжело заболел. Его даже положили в часовню для покойников.
но все же заметили, что жив, выходили. Вернувшись из Индии через год, сразу стал строить дом в Тарусе. Архитектурный проект придумал и начертил сам, помогал ему Поленов. Ну, вообще, это было очень просто сделать. Он был начинающий художник, денег особых не было. Вот он занял 10 тысяч тогда, чтобы этот участок этот купить. А мама же с бабушкой, они отдыхали в Алексеево в этом году. Папа туда ездил, мама приезжала смотреть тоже, как дом строится. И осенью они повенчались. Стены комнаты, печь расписал сам Ватагин. Коллеги и знакомые с уважением отмечали, хоть и знаменитый скульптор, а все делает сам, без помощников. Вот этого быка, который стоит во дворе, Ватагин когда-то вырубил из тарусского камня. Бык так и остался здесь. Скульптура оказалась такой тяжелой, что увезти в Москву ее просто не смогли. Я же помню его уже не очень молодым. Вернее, молодым даже. Но всегда он папа заработал. Окружены гости, болтовня, а он все в это время рисовал или лепил. Уже в совсем старый год он сел на балконе и лепил. Всегда, видимо, лысинку закрывал, всегда ходил в тибетейке. У него был несколько восточный вид, бородочка. Говорил он очень невнятно. Так вот, надо очень было внимательно прислушиваться, чтобы понять, что он говорит. Но когда поймешь, то он говорил всегда очень верно, особенно вот ученикам. Он умел много учеников, и брат мой как раз учился у него. Рисунка. Он очень правильный, вещи. Он большой мастер и большой педагог. Это Василий Алексеевич Ватагин. У него было две дочери. Одна стала великолепным реставратором икон, иконописцем, Ирина Васильевна. В юности это была русская красавица, совершенно суриковских таких вот. Ходила в Панёве, прекрасными чертами лица. Была безумно верующая, когда церковь притесняла. Мне папа устроил в Третьяковскую галерею. Я прогуливала в институте после войны, это день прогуливала, и там занималась в запаснике. Меня хранительница туда проводила. Ну вот и копировала, там реставрацией занималась. Ну я, конечно, куда-то писала, не икона и так под себя, не подушку не кладут. Я очень тихо себя вела. Так в институте об этом не знали. Нет, немножко. Нет, что занимаются Третьяковской галереей, это знали, но это как-то, ну, занимается Третьяковской галереей вполне официально. Другая была высокая, красивая, светская Наташа. Она тоже, по-моему, преподавала рисунок и вообще тоже в этой же художественной такой среде была интересная женщина. Наталья Васильевна и ее муж, музыкант Николай Васильевич Истратов, сейчас живут в Тарусе круглый год. Летом сюда съезжается все семейство. И в мастерской Василия Алексеевича ночует кто-нибудь из младших Ватагиных. А еще Ватагины утверждают, что в этом старом-старом доме живет привидение. И осенними вечерами по этой скрипучей лестнице, вот она скрипит, раздаются шаги. Лестница, правда, такая старая, что она может провалиться в любой момент, но они все равно говорят, что это все правда, и шаги слышны. Как-то к Ватагиным приехал родственник с молодой женой. Ночевали они в этом старом доме. Лестница всю ночь шуршала, скрипела. А на утро молодая жена собралась, сказала, что она боится, и уехала обратно в Москву. А про другую гостью, опасавшуюся, что на дачу могут влезть воры, Ватагины со смехом говорили: «Представляете, она не боится привидений, она боится разбойников». А Коля Ватагин, сын Ирины Васильевны, как-то приезжал сюда один осенью писать этюды. На лестнице слышал шум. Ложась спать, топор клал под подушку. Вообще с топором Коля обращаться умеет, как и его дед. Режет из дерева скульптуры. Здесь проводят лето уже четвертое поколение этой семьи. Художники, архитекторы, историки. Дачники Ватагины взрослеют и воспитывают своих детей в Тарусе почти 100 лет подряд. Судьба дачников Цветаевых сложилась по-другому.
В 2010 году лишились по недоразумению Цветаева дачи песочная. Эту дачу, к сожалению, местные власти продали земскому начальнику Петрову. Цветаевы замешкались, не продлили вовремя аренду, в общем, столкнулись с бюрократической волокитой, с нечестными чиновниками. И, как всякие интеллигенты, противостоять этому не смогли. Цветаевы приезжали в Тарусу и после того, как лишились своей дачи песочная. Именно сюда, в этот дом, в котором теперь музей Цветаевых, приезжала Марина со своим женихом Сергеем Эфроном и принимала их тогда Сусанна Давидовна Мейн, хозяйка дома. Бывшая Бонна матери, выписанная когда-то из Швейцарии, она же бывшая экономка деда, с которой он, вдовец, на старости лет обвенчался, Сусанна Давыдовна приходилась сестрам Цветаевым, хоть и не родной, но бабушкой. Но она сама не хотела, чтобы ее так звали. Для Марины и Аси эта женщина была просто Тьё. Марина и Анастасия в детстве своем прозвали так эту Сусанну Давыдовну Тьё, так как она была иностранкой, плохо говорила по-русски и не могла выговорить слово «тетя», а просила называть себя тетей. Годы в Тарусе бывала только самая старшая из сестер Цветаевых – Валерия. Дочь профессора Цветаева от первого брака, она всегда держалась особняком и стремилась к самостоятельности. От самого собора, от Воскресенской церкви, там было все дальше кладбище. Там один домик маленький, только Цветаевой, деревянный, маленький. Сруб этого дома, он был Валерий Ивановны куплен, когда ему было уже 18 лет. Он сруб 14-го года постройки, это в ее письмах можно найти. А построила она его в 32-м году. И когда она, наконец, здесь дачу заимела, построила себе дом, кстати, ее дом сохранился, Валерия Ивановна, вот это вот она уже себя считала дачницей, тарусской. Годы не могла быть тарусской дачницей. Борьба за выживание в революционной Москве, смерть младшей дочери Ирины, наконец, эмиграция к мужу в Чехию, потом в Париж, потом нищета. В конце 30-х в Тарусе бывал другой поэт – Арсений Тарковский. Тарусы гордится Арсением Александровичем как одним из своих самых знаменитых дачников, хотя он никогда не вел здесь размеренную дачную жизнь. Во-первых, я совершенно уверена, что он не дачник был, никакой не дачник. Он такой птицей был, в общем, такой. Но на самом деле, конечно, бы мечтал бы жить бы на дачах. У него их не было, и в нищенстве практически вся жизнь у него прошла. И действительно, всю войну прошел, и без ног остался, и все равно был неотразим, и бабы на него вешались. Вот. Так что, я думаю, слово «дача» ему было неведомо. Мама сама собрала папе чемодан, когда он одержимой любовью уезжал в Тарусу. Так написала в своих воспоминаниях Марина Тарковская, сестра Андрея Тарковского. Их отец, 30-летний Арсений Тарковский, впервые приехал в Тарусу только потому, что здесь жила на даче женщина, в которую он был влюблен. Ты знаешь, как любовь похожа на угрозу. Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас. А небо ежится и держит клен, как розу. Пусть жжет еще сильней, почти у самых глаз. Ее звали Антонина, а мужа Владимир, Владимир Тренин. Они снимали здесь дачу на улице Шмидта, дом номер 9. Сначала Тарковский познакомился с Трениным, и уже потом был представлен его жене. И вот летом 37-го Арсений Александрович ушел из дома. Все лето и осень он прожил здесь. Тренин быстро уехал в Москву, Антонина с дочкой остались, и с ними Тарковский жил до осени. Официально он женился на Антонине в 40-м.
году произошло еще одно событие. В Москве состоялось знакомство двух тарусских дачников, двух поэтов. Тарковский наконец встретился со своим литературным кумиром, с Мариной Цветаевой. Может быть, вы слышали, что считалось, что он последняя любовь Марины. Договорились в доме подруги, значит, что они встретятся давно, хотела и Марина, и Арсений Александрович. И она говорит, они встретились, познакомились. И я ушла на минутку, возвращаюсь, говорит, ну буквально через некоторое время, и вижу два существа, сияющие от счастья, сжавшие друг друга вот так вот руки, вот так, и сидящие рядком на диване, рядом, ничего не говорят, совершенно сияющие вот такие вот люди. Ему тогда было 33, ей 48. Всю жизнь на вопрос о том, был ли у них роман, Арсений Александрович отвечал: нет, не было. Была дружба, возникшая с первой встречи, было уважение к нему как к поэту, отношение как к равному. Но стоит взяться мне за карандаш, чтоб записать словами гул гитавров, охотничьи сигналы духовых, весенние размытые порывы смычков. Я понимаю, что со мной душа к губам прикладывает палец. Молчи, молчи. И все, чем смерть жива и жизнь сложна, приобретает новый, прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл. Многие считают, что роман все-таки был. Просто Тарковский вел себя, как подобает мужчине, не выдавал сердечную тайну. Другие уверены, что любовь была, но неразделенная, Цветаевой к Тарковскому. Что происходило между этими двумя людьми, никто знать не может. Но между поэтами Цветаевой и Тарковским был некий диалог, почти мистический. У Арсения Тарковского есть стихотворение, посвященное Марине Цветаевой, датированное 16 марта 1941 года. Ровно за 10 дней до этого Цветаева написала: «Я стол накрыл на шестерых». О Тарковском. Для Тарковского. Поэтический ответ на одно из его стихотворений, прочитанных ей при встрече в 40-м году. Строчки, написанные Цветаевой 6 марта, Тарковский прочел лишь много лет спустя. 31 августа 41 года Цветаева покончила жизнь самоубийством в Елабуге. «Я стол накрыл на шестерых» — ее последнее стихотворение. Все повторяю первый стих. И все переправляю слово. Я стол накрыл на шестерых. Ты одного забыл, седьмого. Это кажется невероятным, но Марина Цветаева в свои последние годы все-таки еще один раз побывала в Тарусе. Приезжала она только на сутки. В 39-м ее приезд был, это абсолютно доказано несколькими свидетельствами. Жена художника известного Эдуарда Браговского, Наталья Любимова, художница. Они с ней ходили гулять к Сутермина. И мы шли, значит, я помню, по той стороне Таруски. И я помню, что, значит, Марина была, она выглядела, была всегда очень такая, очень сдержанная, очень в себе, так углубленная в себя. Вот. И мало говорила. Потом она, значит, посмотрела на небо и на эти сосны, которые был небольшой ветер, и они как бы немножко, значит, так сказать, колыхались. И она сказала: «Сосны танцуют вальс». Вот это я хорошо помню. Вот. А потом она, значит, прилегла, тут уже надо было отдохнуть, прилегла на землю немного, или на пень, я помню, там села, достала альбом, цветные карандаши, и стала рисовать. Хотя у старшей сестры Валерии в Тарусе была своя дача, гостила в тот день Марина Цветаева не у нее.
Их отношения были окончательно испорчены, а младшая, любимая сестра Ася, отбывала в это время срок в лагерях. Зоя Михайловна Цветкова, известная тарусская дачница, вот у кого в тот день остановилась Марина Цветаева. Этот дом единственный, который в 1939 году, когда Марина приехала на один день в Тарусу, стал для нее гостеприимным. Здесь жила семья Цветковых, которые стали тарусскими дачниками благодаря сестре Марины, Анастасии. Именно Анастасия на правах старинной подруги посоветовала Цветковым отдыхать в Тарусе. Вообще в жизни Цветаевых и Цветковых было много совпадений, пересечений. Дружба Зои Цветковой и Аси Цветаевой началась по семейной легенде там же, где была влюблена в юного Сережу Эфрона юная Марина в Волошинском Коктебеле. С детства я знала историю своей семьи, то, что познакомились бабушка, прабабушка и прадедушка благодаря Анастасии Цветаевой. И дедушка, видимо, был знаком Анастасии Цветаевой, бабушка тоже. И вот благодаря общему знакомству они познакомились, полюбили друг друга. И вот в результате появились мы. Это происходило все в доме Макса Волошина. Зоя Михайловна Цветкова, профессор английской филологии, один из основателей Института иностранных языков имени Мариса Тореза, дружила с Анастасией Цветаевой много лет. В книге «Моя Сибирь» Анастасия Ивановна описала случай, который без преувеличения можно назвать дружеским самопожертвованием. Анастасия Цветаева оказалась в очень тяжелом положении, и им было негде жить, и материально очень тяжелая ситуация. Вот. Но у нас тоже времена, в принципе, все люди были тогда достаточно, не были достаточно обеспеченными. И бабушка, зная об этой ситуации, собирала деньги всеми возможными путями. И, наконец, она эти деньги собрала и выслала необходимую сумму Анастасии Цветаевой. И чтобы Анастасия Цветаева не отказывалась, она сказала, что она выиграла эти деньги в лотерею. И, узнав, что она выиграла деньги в лотерею, Анастасия согласилась и купила себе дом. Насколько я помню, бабушка вообще очень любила людей. И всегда рада была помочь, и всем помогала, и аспирантам своим, и даже каким-то знакомым таким, которые жили вот в Гомеле, я помню, она постоянно какую-то там 30 рублей каждый месяц высылала железно, говорила, что это женщина как-то очень в стесненных обстоятельствах. Вот. И, в принципе, это ее образ жизни был такой. Сейчас на старой даче живет внучка Цветковой, Елена Владимировна Шамина, с мужем и двумя дочками. Старшая, Вика, уже профессиональный художник, сама преподает студентам историю живописи. А еще Вика – мастер спорта по рукопашному бою. Младшая, Эля, тоже хочет стать живописцем. Анастасию Ивановну здесь помнят как близкого родственника. Этот дом всегда был для нее открыт. Сюда она приезжала много лет подряд. У Зои Цветковой и Анастасии Цветаевой был один ритуал, который исполнялся неукоснительно и в Москве, и в Тарусе. Цветаева ходила к Цветковой стричься. У нее такая простая стрижка была, это каре называется. И она приходила регулярно, и даже специально для этого могла прийти, если не было что-то такого другого. И бабушка ее стригла. Старшая сестра Валерия жила на другом конце Тарусы. Расстояния здесь небольшие, а сестры все же не спешили общаться. Валерия Ивановна в Тарусе была личностью легендарной. Ученица и последовательница Асидоры Дункан. Она потом сама преподавала танец, а на даче сохраняла манеры светской дамы. У Цветаевой, у Валерии Ивановны, была своя студия босоножек. И у матери моего мужа тоже была на Арбате студия босоножек. Это было модное такое веяние тогда. Собирались молодые девицы и учились танцам, но они, их, так сказать, идеалом была Айседора Дункан. И они танцевали так, как танцевала она. Ей было под 70, она была пожилой человек, но она ходила, тем не менее, всегда в темном капоте, как она говорила, она называла не халат, а капот с белым воротничком, щипцами такими нагревающимися на керосинке были подвиты волосы,
брошка и всегда очень такая подтянутая. У нее были зеленые-зеленые глаза, крючковатый нос. Вот Валерия Ивановна была старая, как могилка у нее, кстати, на могилку бы надо. Она была старая барыня. Так и одевалась по-барски, располнела потом, что-то она-то, это Валерия Ивановна, сейчас что-то вот какая-то деталь. У нее была прихожая, она же кухня, одна комната и терраса. Но у нее стоял павловский туалет в комнате, между двумя тумбами которого спала ее любимая собачка. И так как никаких душей, никаких бань не было, в этой же комнате стояла жестяная большая ванная, накрытая тюлевым таким, тюлевой занавеской, в которой ее услужающая ей местная женщина Степанида ее купала. У нее был маленький сарайчик, где жили две козы, которых она сама доила. А на террасе стояла малахитовая ваза, которую, я так понимаю, ей досталась от каких-то отходов музея отца. После войны, когда, вернувшись из лагерей, в Тарусу приехала дочь покойной Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, ее тетка Валерия Ивановна отрезала ей кусок земли от своего участка, и Ариадна построила себе дом. Но вскоре Валерия поссорилась с племянницей, вычеркнула ее из своей жизни, как вычеркнула когда-то младших сестер. Дачницы из соседних домов, общаясь и с той, и с другой, часто лукавили, чтобы избежать ссор. Там дом. Но вскоре у них, в общем, испортились отношения. Поэтому, когда моя мама, вот я помню, прибегала в гости к Ариадне Сергеевне, она уходила на ту улицу, где мы снимали дом. И только после этого могла вернуться к Валерии Ивановне. Когда появилась Ариадна Сергеевна, а Валерия Ивановна сменила свое расположение, она не милость к ней, она поставила передо мной, так сказать, ультиматум. Или я, или она. Я не привыкла, чтобы мне диктовали, с кем мне общаться. Даже, так сказать, не имея ничего против Валерии, я заслужила ее немилость тем, что я не захотела раззнакомиться с Ариадной. Ариадна вообще была, я вам скажу, она очень хотела, чтобы отношения были хорошими с Валерией. Когда Валерия Ивановна попала в больницу, Ариадна посылала ей в больницу передачи и цветы и хотела наладить отношения. Но Валерия была очень такой железобетонной дамой. Ариадна Сергеевна Эфрон в Тарусе была не менее известна, чем ее непримиримая тетя. Дочь Марины Цветаевой обожала пить чай, заедая черным хлебом с селедкой. Пекла пироги с сушеной черемухой, присланные из Таруханска, из места ее ссылки. Никогда не жаловалась на жизнь, острила, смеялась заразительно, всегда была рада гостям. В ее доме на видном месте лежал осколок гипсового Сталина, которого во времена оттепели свалили с пьедестала в местном парке. Она подняла от этой скульптуры отбитое ухо. Она его взяла, говорит, это недрёбанное ухо. И взяла его себе домой. В 1951 году Ариадна Эфрон подготовила для литературного альманаха «Тарусские страницы», альманаха легендарного, который стал символом литературы оттепели, очерк Марины Цветаевой «Хлыстовки», написанной в эмиграции, о женщинах из секты хлыстов, которые торговали ягодами, о тарусском дачном лете. Впервые в России были опубликованы строки, которые считаются завещанием Цветаевой. «Я бы хотела лежать на Тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где самая красная и крупная земляника в наших местах. Но если это не сбыточно...» «Если не только мне там лежать, но и кладбища там уж нет, то чтобы на одном из Тарусских холмов, которыми шли к нам песочные Кирилловны, и мы к ним в Тарусу, стоял в Тарусской каменоломне камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. И вот этот камень у нас в Тарусе установлен был в 1988 году. Хотя есть история, вы знаете, о том самом камне, который был еще в 1962 году студентом из Киева Семеном Островским установлен. Когда я был совсем
юношей, мне было лет 16, и жил я в том самом городе Ялте, то меня там познакомили со взрослым человеком, который гордился и справедливо гордился тем, что он поставил здесь, в Тарусе, камень Цветаевой. Говорили, что он продал свой мотоцикл и на эти деньги поставил здесь камень. Студент был полон решимости, привлек на свою сторону общественность, не постеснялся прийти к самому именитому дачнику-писателю, жившему в то время в Тарусе, Константину Георгиевичу Паустовскому. Пристыдило вроде бы, что как вы, писатель Паустовский, а вот почему вот камня нет, что Паустовский ему даже помогал, и что разрешение было получено официальное на установку этого самого камня. И этот камень довольно долго здесь стоял. И произошла, это я уже об этом узнал значительно позднее, произошла совершенно фантастическая с этим камнем история. Значит, рассказывала мне ее моя теща. Его сбросили с самосвала, на котором он, с грузовика, трехтонка, и он валялся, вот там же и валялся. И на зиму как бы нанимали человека, который жил в этом доме, и присматривал за ним. И вот однажды этот человек решил сделать подарок своим хозяевам. Он взял этот камень, поставленный Цветаевой, разбил его на плоские плиточки и сделал лестницу для того, чтобы им было удобней подниматься на свой бугорчик. Мы когда приехали, он, так сказать, с гордостью нам это показал и сказал, вот видите, теперь у вас будут каменные ступеньки. Ну, эти ступеньки, они по сию пору существуют. Если камень все-таки в 88-м году установили, то другая тарусская потеря, наверное, уже невосполнима. Здесь все рядом, на одном пригорке. Если подняться от камня вверх и пройти вот по этой лестнице, то как раз попадешь к даче Песочная. Той самой, где прошло детство Марины, Анастасии, Валерии. Вернее, на то место, где была дача. В 30-х годах здесь построили санаторий, но дом стоял посреди корпусов, его не трогали. А в 66-м отдать бывшую дачу Цветаевых под музей категорически отказалось Калужское курортное управление. Константин Георгиевич по телефону отправил письмо в Кремль с возмущением, что вот хотят снести дачу Цветаевой, когда-то бывшую дачу Цветаевой. Официально ее сносили под таким лозунгом, что она ветхая, там ходят люди, и это опасно для жизни. Вот. Дальше было очень печально, потому что телефонистка не передала эту телеграмму ни в какой Кремль, а побежала с ней в райком. Был дан приказ, и ночью стали, значит, сносить, прямо в эту ночь стали сносить этот дом. Его сносили бульдозером. На остатках фундамента дачи «Песочная» построили танцплощадку для отдыхающих. Ходили сюда и местные, и дачники. Еще лет 10-15 назад здесь каждый вечер была дискотека. Люди отдыхали со всей Москвы, Московской области, со всей Калужской области. После уже там сначала было два корпуса, сначала один деревянный, потом построили три корпуса. И три корпуса кирпичные, двухэтажные. Танцплощадка. Мы все дороже заходили танцевать. Танцплощадка. Теперь санаторий пуст, заброшен. Ждет каких-то новых хозяев. Даже если они появятся, никогда уже не будет здесь того дома, где жили Цветаевы, где гостили их знаменитые друзья. Там же жил Борисов Мусатов. Это настоящее историческое место. Мусатовский Косогор – это там у нас, где похоронен Борисов Мусатов. Кстати, вы знаете, что он на даче Песочной у Цветаевых полгода прожил и умер у Цветаевых. Дача Песочная Борисов Мусатов в 1905 году. Наверное, история жизни и смерти в Тарусе художника Виктора Борисова Мусатова
самая пронзительная и самая краткая из всех драм, которые случались со здешними известными дачниками. Поленов попросил своего друга Цветаева приютить Борисова Мусатова. Весной 5-го года он приехал в Песочное с женой, дочерью и сестрой. Говорили, что он страдал от ипохондрии, то есть был в депрессии. В конце октября, в холодную погоду, он на лодке заплыл далеко по Оке. Простудился, у него было больное сердце, и к утру он умер. Было ему 35. Уже много лет могила Борисова Мусатова на Высоком Косогоре – место паломничества. Рассказывают красивую легенду, что скульптор Александр Матвеев изобразил на надгробии мальчика, потому что Борисов Мусатов погиб, спасая тонущего ребенка. На самом деле никто не тонул, а скульптура называется «Уснувший мальчик». И задумана она как аллегория. Мальчик не умер, а просто уснул. И его жизнь только начинается. И смерть не властна над ним. Мусатовский косогор и Цветаевский камень. Между ними метров 100-150. Это два символа Тарусы. И вот третий. Родник. Говорят, что вода здесь целебная. И вот это дерево. На нем надо завязывать платочки. Если сделать так, желание сбудется. Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти, слепоты куриной и маков набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. Когда живешь мыслями об искусстве, и каждая составляющая, несмотря на то, в какой области она находится, дополняет друг друга. И трудно разделить. Все же является единым целым. Конечно же, большую роль сыграло то, что присутствует царит любовь в нашей семье. И когда нас видят знакомые, приезжают друзья, они говорят: вы дети любви. Потому что в доме, мне кажется, такая атмосфера, и живешь с ощущением счастья. А мне кажется, это самое главное.